Всем привет! Свои тренировки в зале я начинаю с раскатки ролла. Раскатываться роликом можно до тренировки в качестве разминки и после для ускорения восстановления мышц. С помощью ролика мышцы разогреваются, повышается эластичность тканей и снижается риск получения растяжений и других травм. Методика простая и не требует специальных умений. Кладете ролик на пол и придавливаете его весом своего тела, медленно прокатываясь по нему, создавая давление на мышцы. Что за тест? Расскажи, пожалуйста. Силовые тесты. Сейчас посмотрим ноги, чтобы определять нагрузку тебе. Угу. Ну, то есть 60% от твоего максимума. То есть надо сейчас найти твой максимум на данный момент. Какой ты, сколько ты можешь силового усилия. Сделаем три упражнения всего. Я бы тебя по штангу загнал, но это будет некорректный тест, потому что спина не готова. Угу. Поэтому сделаем жим платформы, чтобы чисто ноги определить. Угу. Разгибание и изгибание. Из этих будем уже строить тренировку по весам, чтобы было не просто, блядь, вот я захотел. Understand me? Да. Okay. Придется запикать твой мат. А что, я прям туда сказал? Ты прям сюда сказал. Мадафака. Это мой тренер. Давай. Ноги повыше, вот здесь у тебя максимально, да? Потому что углы острые получаются. Давай еще. Вот, это должно быть 30 градусов. Все, больше не надо не разгибать, да? Тело на раз. Смотри, руки вот сюда ставишь, когда пушаешь. Если не потянет, руками подавишь. Да. Руки, страхуй себя. Задавит, если не бойся, нога прям вот сюда, в колени. Бедра в колени. Выдавишь ее. Сама. Без рук. Если задавит, руки бери за руку. 120. Это пока мой максимум. Сегодня 3 июня. То есть мы будем, когда работать на силу, это будет 80% от твоего максимума. Uh-huh. Это работа на силу, на объем и так далее. Мы уже варьируем нагрузку, как нам нужно. Поменьше ставим там на выносливость, побольше ставим на силу, на объем. Конечно. А вообще у нас вот тесты сделаем. Какая у нас сегодня тренировка, на чем направлена? Сегодня тренировка втягивающая, чисто ноги. Uh-huh. Мы переходим полностью на железо. То есть мы ушли от собственного веса, от TRX-ов. Будет еще баланс, а сегодня мы поработаем. Такая втягивающая тренировка на ноги, объемная тренировка. То есть много упражнений будет, много повторов и повторений. Носки на себя, стопы параллельно. Тело пара. Здесь мой максимум один раз 50 килограмм, примерно. Жим сидя. Разгибание, да? Да. Вот, и нам надо с тобой этот баланс выровнять. Чем мы сейчас и займемся. Прекрасно. Пошли.
Сразу 50 раз.